вести полноценный образ жизни, радоваться событиям и активно участвовать в мероприятиях города и страны, несмотря на физические недуги. Вот, наверное, основные задачи фестиваля «Ак Кугершин. Белый голубь». На сцене городского центра культуры традиционно подводились итоги творческого конкурса, который в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. Организатору мероприятия и руководителю детского фонда «Экибастуз» Татьяне Шмидт от городоначальника передали приветственный адрес. Уважаемые участники фестиваля «Ак Кугершин», педагоги, родители, гости города «Экибастузцы», от имени акима города «Экибастуза» Нукенова Кайрата Тимиршотовича я рада приветствовать вас на юбилейном фестивале «Ак Кугершин». Фестиваль «Ак Кугершин» в этом году отмечает свой юбилей. Время показало необходимость и значимость данного мероприятия. Пусть этот фестиваль подарит вам лучик солнца, частичку радости. Я хочу сказать, что сегодня, да, у нас фестиваль особенный. Он проходит в год 25-летия независимости. Фестиваль юбилейный. И об этом и говорит активность участников, которые участвуют сегодня в нашем фестивале. Если в том году у нас было 187 участников, то в этом году их 264. О чем это говорит? О том, что наши дети творческие, что они у нас действительно талантливые. И я желаю им, чтобы их работы были признаны на высоком уровне. Затем замакима по социальным вопросам вручила мальчишкам и девчонкам, которые стали финалистами конкурса, дипломы и подарки. Диплом и подарок акима города Экибастуз вручается обладателю гран-при фестиваля творчества «Ак Кугершин» Ермолюк Александру, участнику ученику специальной общеобразовательной школы номер 19. Примите на память работу обладателя гран-при. Пусть этот подарок принесет всем нам удачу. К слову сказать, «Ак Кугершин» давно расширил свои границы и принимает работы детей по трем номинациям: литературное творчество, прикладное и изобразительное искусство, не только из Экибастуза. Среди участников жители Аксу и Павлодара. Я хотела бы от имени городского филиала партии вручить благодарственное письмо директору общественного фонда «Экибастуз» Шмидт Татьяне Викторовне. И весь ваш доблестный коллектив, вместе с вами весь педагогический коллектив и родители, примите искренние поздравления с 15-летним юбилеем фестиваля «Ак Кугершин». Он очень необходим. Фестиваль – это результат совместной работы детей, родителей и педагогов. И мы уверены, что искры, которые вы зажгли в детях, творческие искры, в сердцах наших детей, они пронесут через всю свою жизнь. Спасибо вам за благие ваши намерения. Танцы всевозможных форматов и даже на инвалидном кресле популярные и оригинальные песни из уст детей, чью жизнь вряд ли можно назвать простой. Публику они завораживают. В зале не хватало мест. Поздравить участников и организаторов мероприятия пришло немало первых лиц города. Хочу вас поздравить с праздником. Я на таком мероприятии первый раз. Я очень волнуюсь, и мне очень приятно увидеть столько талантов в нашем Павлодарской области. Хочу вам пожелать всем успехов, поблагодарить родителей, благополучия, дай Бог им здоровья. Глядя на этих смелых детей, невозможно сетовать на судьбу, говорят зрители. Несмотря на свои ограниченные возможности, они не тратят свое время на обиды или жалости. Они ярко горят на сцене, зажигая сердца любовным огнем и родителей, и знакомых, и тысячи прохожих, случайно забредших на концерт. Завершился фестиваль «Ак Кугершин» фееричной танцевально-музыкальной программой.